Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Трофей на море». Сегодня вот такой прекрасный день, на улице осень, но мы про это не знаем. По крайней мере, морское побережье про это еще не слышало, что уже наступила глубокая календарная осень, сейчас середина сентября, но это не значит, что мы не поехали на рыбалку. Мы приехали на рыбалку, сегодня мне будет помогать в нашей рыбалке Александр. И по старой доброй традиции разреши тебе вручить кепку. Я смотрю, что ты без головного убора. Вот от телеканала «Трофей» очень замечательная кепочка. Она многофункциональная. Здесь есть фонарик. Это если надо что-то посветить. Ну, вдруг ты задержался на рыбалке. Также есть открывашка. Вдруг ты захочешь выпить минералки, а крышку заклинит. Очень важная вещь. Ну и плюс тебе дуже лечить к твоей... брюкам, да, ты весь в камуфляже, поэтому спасибо. Прими, пожалуйста, в дар, одевай, и сегодня я надеюсь, что мы оправдаем, отработаем спасибо большое. Все наши надежды. Сегодня мы приехали на море, мы будем ловить ставриду, будем исследовать вот эту акваторию. Сейчас водичка чуть стала прохладной, но температура воздуха достаточно высокая, люди отдыхают. Сезон бархатный начался. Мы сейчас выходим на воду и будем пробовать ловить ставриду. Ну, то есть мы ее поймаем 100%, мы ее просто будем ловить, да. Мы ее будем просто ловить. Как это будет происходить и на что это будет происходить, мы вам покажем уже непосредственно тогда, когда спустим лодку на воду и отчалим. Станем на место, заякоримся, может быть, будем ловить дрейфь. Ну, война план покажет. Тогда, собственно, все и расскажем. А пока поехали. Кстати, уровень воды чуть приподнялся, и стало намного легче спускать лодку. Мелочь, но приятно. Мы с Александром пришли на место, отошли метров 500-600 от берега. Ну и, как говорится, за компанию рыбак пришел в общество. Будем пробовать сейчас ловить ставриду. Как мы это будем делать? Вот ребята сзади стали на рыбу, как говорится. У них сразу же маленькая гирляндочка, три штуки висит. Ставридки ловят они на самодур. Что такое самодур? Самодур – это вот такая вот снасть. Это вставочка метра полтора длиной, на которой находится, там, допустим, от 5 до 10 крючков. Больше 10 крючков неудобно ловить, потому что, может быть, кому-то и хватает длины, но я сегодня буду использовать удилище длиной 3-6 метра. Мне полтора метра запаса для того, чтобы было комфортно работать самодуром, более чем. На конец к петелечке крепится грузик. Все зависит от глубины, там, где мы будем ловить. Но грузик варьируется от 1 унции, если мы ловим в море, от 1 унции до 2. Присутствует течение, присутствует разная глубина бывает, рыба в разных слоях стоит. Бывает, надо, чтобы самодур планировал, бывает просто, чтобы он у дна волочился. Разные методы ловли, но ловить сегодня будем именно на самодур. Как это будет получаться, мы сейчас посмотрим, вам обязательно это покажем. Стартуем. Не будем терять время. Мы сейчас выматываем якорь для того, чтобы пробовать... Забирай канат. Чтобы попробовать половить ставриду в дрейф. На якоре это надо будет стоять и ждать ее, а так, когда мы вымотаем якорь, тут столько камней, что... Его сорвать проблематично. О, сорвал. И чтобы обловить большую акваторию, мы снимаемся с якоря и будем ловить в дрейф.
Мы смотрим, что у ребят получается. Да. Есть. Рыбаки, которые живут на побережье Черного, другого моря, какого-то там, Азовского, я не знаю, там, где можно ловить на самодур, про эту снасть знают. Я сейчас рассказываю про эту снасть тем людям, которые не имеют возможности ловить на море. Но всегда это как бы хотелось бы, да, попробовать. Ну и когда люди даже приезжают в отпуск сюда, к нам, на побережье, они, чтобы не выглядеть как бы белыми воронами, они все равно интересуются, как и что. Так вот, для тех людей, которые в следующий раз приедут на море и выпадет возможность попасть на бархатный сезон, это обязательно надо им попробовать половить ставриду. Взять лодку на прокат или, может быть, с какими-то родственниками, друзьями, у которых есть возможность выйти в море, попробовать половить ставриду. Поэтому я не для наших рыбаков, которые зубы съели на самодурах, которые ловят ежегодно и весной, когда идет ставрида, и осенью, перед тем, как она уходит в теплые края, как птицы. Я рассказываю это сейчас для тех людей, которые задают вопрос, а что такое самодур? Самодур – это очень интересная и эффективная снасть, если мы ловим в море с лодки. С берега тоже есть люди, которые ловят спирсов на самодур, но это, скажем так, эффективно, но с лодки это более как добычливее, что ли. Я привязал обычный карабин с вертлюжком, цепляю это за петельку, закрываю скобу и начинаю потихонечку разматывать самодур. Сейчас мы это все размотаем, распутаем, привяжем грузик и отправим самодур в воду. И будем искать в толще воды ставриду, где она сейчас находится. Она сейчас... Знаменитую черноморскую ставриду, да. Она... Это очень интересная рыба, хищная, жадная, стайная и очень вкусная. И ловить ее интересно. Когда цепляется одна ставридка, не стоит сразу же торопить события и вываживать ее одну. Когда цепляется одна ставридка, надо еще чуть-чуть подыграть самодуром. И, как говорится, срабатывает стайное чувство. Подходит другая рыба, третья. И у меня в этом году был... У людей были вставки и по 10 крючков сразу же поднимали гирлянды. У меня максимально было 7. Посмотрим, что сегодня у нас получится, но хочется надеяться, что все-таки получится, потому что до этого все время погода, получалось. Погода хорошая. Да. Погода классная, море нам дало возможность выйти, поэтому я считаю, что сегодня будет все дуже добре. Вот я привязал грузик, проделываю через петельку, и у меня получилось вот такая вот такая вот история. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-крючковая вставочка, которую мы сейчас отправим по эхолоту. Посмотрим, рыба показывается где-то на глубине от 4 до 6 метров. Сейчас попробуем ее обмануть. Проводка с удовольствием вниз и с удовольствием вверх. И так повторяешь несколько раз. У дна, вот где-то, не где-то, а третий крючок снизу. Она ходит, она не стоит. Вот сейчас попробовали не в отвес, а на заброс, в протяжечку. Вот сразу же цепилась рыбка. Какая, непонятно, но что-то там дергается на крючке. Опять третий крючок. Нет, уже четвертый. И опять мелкая ставридка. Но ничего, очень много рисует. Пробую. Здесь очень много рисует эхолот рыбы. Ой, хорошенькая. Более-менее приличная. Да, на что-то похоже. Одна. Ну, как говорится, ничего страшного. Там, где одна, там и две. Ой, если какие красивые. Посмотри, какие красивые. Но две это уже не одна. Я думаю, место менять не надо, надо играться с весами и с самодуром.
таким вот образом и надо сматывать самодуры. Один может работать сегодня, а может не работать сегодня. Я отпускаю, отпускаю, да. Надо пробовать другой. Вот так вот красиво смотать самодур, это тоже, ну, надо. Тоже надо уметь, и это опыт. Желание. Опыт, опыт. Сын ошибок трудных. Это да. На фоне такого красивого корабля, а? Из самого низа. С самого низа. И опять мелочь. Ну, в любом случае это работает. Такая динамичная рыбалка, она всегда. Не может не радовать, да, это всегда радость. Крупно. Ух, посмотрите, какая ставрида. А вот, я тебе покажу, смотри, какая. Видишь? Линейку с собой не брать. Но все равно, это крупненькая ставрида. Это не рекорд. С берега ночью на силикон клюет покрупнее, но вот сейчас на самодур на данный момент это самая крупная ставрида. Кто-то на лодке ставриду ловит, кто-то по-сиротски на яхте, вальяжно, да, со ставридами. Селедки. Ставриды причем разные бывают, 1.80 м. Да. 20. Нет, 2.20 это уже не ставрида. На протяжку она иногда реагирует, а в отвес вообще не хочет клевать. Я в отвес, да. Вот сейчас? Да. Ты не забрасывал, да? Нет. Интересно. Вот сейчас я сделал выброс по корме, и вроде вцепилась не одна. А может быть одна, но крупная, но вроде как по сопротивлению не одна. Посмотрим, что оно... Посмотрим, что оно по итогу получится. Но удочка... Но удилище гнется. Рыба есть. А, одна. Две. Две. Ну, это приятно. Две это не три, но это не одна. Опа, самообслуживание. Есть. Может сейчас пойдет. Как раз время к закату. Да. Судя по всему, учитывая, что уже закат, наверное, дело ближется к финишу. Согласен со мной? Согласен. Ты как опытный ставридник, что скажешь своим профессиональным взглядом? Профессиональным взглядом можно сказать, что можно двигать ближе к берегу, и идет. Да, но... Остальное будет ночная рыбалка в следующий раз. А пока мы на сегодня рыбалку заканчиваем. Да, сегодня мне помогал в рыбалке Александр, это наш опытный одесский рыболов. Мы не случайно сегодня его взяли в программу гостем, какие-то секреты он рассказал, что-то нам на практике показал. В общем и целом море рыбу нам дало, мы как бы не хотим... Прожником мы не ушли. Да, мы достаточно нормально половили, все красиво. С вами была телепрограмма «Трофей на море»,
До следующих встреч. Пока, друзья.